Полиция, дежурная часть, слушаю вас. Меня заперли в квартире. Мне и моим близким угрожает опасность. Какая именно опасность? Маньяк, он... Людей убивает, которые мне мешают в игру играть. Играйте там без меня. Нет. Ты не очень хороший друг, игрок. Сейчас боль друга от твоих поступков ты увидишь собственными глазами. Каждый пропущенный тобой удар Марк будет ощущать на своем теле. Как это остановить? Игрок, ты уделял Кате не очень много внимания. Поэтому, возможно, Кате будет лучше не с тобой, а с кем-то другим. Все, я не хочу играть! Ты не только плохой друг, но и очень плохой сын. Кого ты любишь больше, папу или маму?